И снова здравствуйте. Представляем вашему вниманию Lego Friends для детей 4 лет. Авто парикмахера для кошек. Здесь, в этом наборчике, есть аж две фигурки. Фигурка Мии и Эммы. Вот они здесь есть. Из 5 подружек 2 здесь присутствуют, что очень хорошо. Есть мама-кошка с котенком, которые приехали на процедуры салон. Вот такая целая машина в виде кошки. Вот с ушками, как видите. Смотрим коробочку. Коробочка небольшая. Вот эти подружки. Кошечки делают прическу. Вот сзади. Детали, так сказать, которые используются в этом конструкторе. Мии и Эммой. Вот расческа, ножницы. Это для кормления котенка. Бутылочка больше, чем котенок. Хорошо ест, наверное. Ну и вот везут их в салон. Вот сама эта машина как собирается. Мордочка кошки. Вот она уже собранная. Будем смотреть поближе. У нас в наборе оказалась инструкция с QR-кодом. Надо будет попробовать туда зайти по QR-коду. Что-то мы ни разу не пробовали. Ну, а тут как сделать Мию, Эмму и так далее. И в итоге у нас получается вот такая красота. Отдельно шел вот такой поддон машины. Ну и вот это вот было в пакетиках. Начинаем собирать. Вот смотрите, что у нас получилось. Мия стрижет кошечку маму. Вот у нее ножницы в руках. А Эмма в это время принесла малочку котеночку в бутылочке. И вот сейчас будет кормить его. Вот такой чудесный набор. Ножнички, когда ими не пользуются, можно вот сюда прикрепить. Они будут здесь висеть. Тут щеточка. Вот вообще интересно сделан этот салон парикмахерский. Видите, тут ушки кошачьи у нас есть. Кассовый аппарат. Вот там деньги. Кошечки, наверное, приносят. Или хозяева кошечек. Вот тут есть, сейчас покажем, так, открывайся, тайник, тут бантик. Дальше посмотрим на автомобиль. Тут тоже мордочка кошечки, видите, и ушки тоже есть. Так, Эмму сейчас мы достанем. Стой здесь, Эмма, не падай. Да не падай же. Сейчас поставим. Дальше смотрим. Сзади вот такая конструкция. Ну, это как бы хвост кошачий. Но в то же время это заводной механизм. Машина, если забарахлила где-то, то, пожалуйста, вот так вот. Бррррр. Крутим и заводим. Котенок сидит довольный. Если мы котенка убираем, здесь тоже у нас тайничок с кошачьими лапками. Вот такие вот кругляшки-монетки. Вот везде написано Лего. Такая интересная машина. Легко собирается. Пожалуйста, приобретайте. Набор очень интересный. Детям будет, я думаю, очень интересно играть и мальчикам, и девочкам. Всем спасибо за внимание.